Миша Костолин родился с детским церебральным параличом. На лечение требуется 199 998 рублей. В его семье таких денег нет. Собрать необходимую сумму мы сможем все вместе, отправив на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Вместе им всегда тепло, даже поздней осенью. На утренней прогулке почти вся семья в сборе. Родители и долгожданный Миша. Это наше счастье, потому что действительно очень долгожданный. То, что произошло, оно произошло. Сейчас главное не то, почему, а главное, как дальше. Мир его глазами наполнен теплотой. Любимый мультфильм о дружбе. О чем же еще? Лучший из всех мама и папа всегда рядом. Для разговора с ними и слова не нужны. Слышат сердцем. Миша отвечает тем же. Мальчик очень общительный. Он очень любит разговаривать с папой. Это его, наверное, любимое занятие. Они могут разговаривать по 2 часа, но на своем языке. Он родился с детским церебральным параличом. Бесконечные консультации с врачами приносят плоды. Ребенку становится легче. Специалисты отметили, что Миша очень здорово изменился. У него появились мышцы, он здорово окреп, он стал выполнять некоторые команды, но с помощью, конечно. Но главное – не останавливаться. Специалисты помогут восполнить отсутствующие двигательные навыки. Миша нуждается в госпитализации, его готовы принять. Мы проведем им курс лечения, который будет направлен на коррекцию тонуса мышц, на увеличение двигательной активности и объема движений. Мы будем укреплять мышцы, развивать их силу и выносливость. Так, тем самым мы увеличим реабилитационные возможности. Чтобы помочь Мише, нужно отправить на короткий номер 5542 смс со словом «дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Рука дающего не оскудеет, а те, кому так нужна помощь, получат шанс на жизнь без боли. Рядом с родными – мамой и папой. Павел Игнатьев, Сергей Свешников. Вести, Ульяновск.